Привет, это канал Поли. И сегодня у нас гости Бэйби Бон. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Бэйби Бон, и мы будем играть вот с такой вот чудесной куколкой. Да. Но сначала нам нужно достать ее из коробки. Да. Давай посмотрим, какие есть у нее функции. Сосочка. Да, у нее вот есть сосочка. Смотри, она может пить вот из такой бутылочки. Она может ходить в подгузниках. Также может плакать, кушать. Может ходить на горшок, спать и купаться в ванне. Все, достаем? Сосочка. И будем играть. Сосочка. Давай. Мы открыли нашу Бэйби Бон. Здесь прилагается вот такая вот инструкция, как играть с этой куклой. Также вот у нас есть вот такая вот бутылочка. Сюда наливаем водичку и будем поить нашего малыша. Слушай, у нас есть тарелочка. Вот у нее пристегивается ложечка, чтобы не потерялась. Также горшок, куда она будет в туалет ходить. Подгузник одноразовый. И также сама Бэйби Бон. Полин, посмотри, какая красивая кукла. Она подвижная, у нее голова подвижная, ручки подвижные. Вот, смотри, и у нее есть такой браслетик Бэйби Бон. И есть еще один такой браслетик для мамы. Кто у нас сегодня будет мамой? Я! Давай, тебе оденем браслетик. Держи. Куклу держи. Мама, ты сама сидит. Сама сидит, да. Вот правильно. Папа, я... Тебе Бэйби Бон дарит вот такой браслетик. Полина и у Бэйби Бон есть браслетик. И есть еще соса. Вот такая вот сосочка. Эй. Чтобы она не плакала. И также у нас вот это у нас идет смесь, которой будем кормить Бэйби Бона. Это, наверное, у нас свидетельство о рождении. Сейчас посмотрим. Мама, подписывай. Да, вот такое вот у нас свидетельство о рождении. Здесь записывается имя, дата, время. Вот такое вот красивое мы потом запишем. Как зовут нашу Бэйби Бон. Давай, мы же куколку достали, нам нужно записать имя ее и дату рождения, да. И время. Давай, как давай. Хочешь, может быть, Николь назовем ее? Нет, Машу. Маша назовем? Ну, давай Маша назовем. Так, пишем Маша в нашем паспорте и дату сегодня 21 марта. Вот. Вот так вот записали биометрики в паспорт, свидетельство. Давай. Давай посмотрим, какая у нас красивая Бэйби Бон Маша. Смотри, у нее какой боди красивая, розовая. Смотри, зайка какой тут нарисованный. Шапочка есть, браслетик. И вот такая вот сосочка, смотри, Полин. И у меня есть. Да, и у тебя такой же браслетик. Смотри, какая прикрепленная сосочка, чтобы она не потеряла. Вот. Да, вот так вот, чтобы она не плакала, потому что она тоже у нас может плакать, если мы ее не покормим. Да? Начнем кормить? Да. Давай, вот сюда нам в бутылочку нужно налить простую водичку из-под крана. Другие жидкости не рекомендуется заливать, потому что может засориться. Я сама налью. Давай, наливай. Закручиваем крепко. Вот так вот.
крышечка снимается. Давай ее смажу. Держи. Полин, я предлагаю, если мы сейчас ее будем поить сразу водичкой, она будет сикать. Давай пока без памперса попробуем. Давай. Давай. Пока снимем, посмотрим. Так, вот здесь вот у нас... Давай мы вообще снимем боли, посмотрим. Тут какие-то у нас кнопочки, наверное, которые нужно нажимать. Снимаем сначала боли. Давай. Мама, я сама ее буду поить. Да. Тут надо, наверное, прикрутить болтик наш. Нашего бебибона сзади есть такой винтик, который нужно будет вот так закрутить. И потом только его кормить, поить водичкой. Водичка. Да. Поить его нужно стоя. Кто не плакал? Пока не будет плакать, мы же его будем кормить. Аж малыш захотел пить, и давай его будем поить. Давай. Давай. И нажимай на бутылочку. Нажимай. Посильнее, чтобы он. Получается? Водичку. Надо, что ручка вот. Там не потекла, да, водичка. Вот он у нас уже, смотри, сколько много выпил. А теперь малыш хочет в туалет. Посадим его на горшок. Да, да. Давай, садим так на горшок. Нажимать у него здесь пупок. Нужно нажать на пупок. Он должен посикать у нас. Сикает? Ой, сикает, сикает, вон, я вижу. Горшочек. Давай, поднимем, посмотрим. Вот. Вот так вот он у нас ходил в туалет. Вот. Сейчас мы папе садим. Да. Еще, смотри, еще у нас бебибон же может плакать. Полин. Давай папе садим. Давай проверим, как он у нас плачет. Не папе садим. А чтобы проверить, нам опять нужно... Его попоить водичкой. Давай. Давай. Заливаем водичку в бутылочку. Папа, как он плачет? Мы налили воду и сейчас попоим нашего бебибона. Я сама и буду сумать. Давай еще попоим водичкой вот так вот. Я чтобы у нас были слезки. Смотри, Алин, смотри. Вот так нужно надавливать на ручку. Дави. Бибибон плакал. Давай, сильнее нужно, сильнее. Давай я попробую. Ой. Давай. Ой, слезки, ты видишь? Полин, не плачь, наша Машенька. Смотри, как слезки бегут. Видишь? Вытирай ей слезки. Держи, вытирай ей слезки. И говори, не плачь, не Машенька. Не плачь, не плачь. Да, вот твоя сосочка. Давай. Вытер, давай сосочку. Не плачь, наш малыш. Так. Все. Вот. Теперь? На какой-то горшок. На горшок? Ну, давай еще на горшок посадим. Там. Он будет какать. Давай. Он писить будет. Он писит. Нажимай. Нажимаем на пупок. Ой. И знаешь, бебибон сикает. Горшочек, да? Что вот. Вот. Вот, посикал немножко. Молодец, вытирай его. Вытирай. И можем сейчас одеть подгузник, попробовать. Да? И потом покормим кашей его. Давай, положим бебибона. Вот такой у нас красивый подгузник, да. Одноразовый. Прям как настоящий. Вот тут, где кашка вот такая. Полина, ты умеешь одевать подгузники? Ну да. Так вот, смотри. Дополнительные подгузники, если нужно будет, можно будет купить в магазине. Так вот. Такой подгузник у нас получился. Я пока ему сказку делаю.
Мы одели памперс нашей Машеньке, так? И теперь мы ее положим спать. А когда мы положим, у нее закрываются глазки. И памперс должен быть полным. Дай ему поклоним. Да, давай проверим. Давай, смотри, вот мы укладываем ее. Видишь, у нее глазки закрылись. Все, она спит. Нажимаем. А, и когда в положении лежа, памперс у нас должен быть мокрым. Проверим. Давай, так, вот видишь, поднимаем ее, она проснулась, глазки открыла. Давай посмотрим. Держи. Мокрый? Мокрый. Все, выбрасываем памперс. Надо другой. Одеваем ее. И сейчас будем кормить ее кашей. Для этого нужно ее развести водичкой в тарелочке. Да? Так, посадим ее. Держи. Пакетик с кашей. Сыпай. Смотри, какая каша. Прям как настоящая. Наливаем водички. Немножечко. Пока хватит. Хватит. И мешай ложечкой. Размешивай ее. Вот. Мешай. Чтобы она до полного растворения, чтобы комочков не было. Ой, какая каша вкусная. Давай закусить. Чем пахнет каша? Ягодками? Да. Давай, корми. Убираем сосочку. И кормим нашу Машеньку. Вот. Ложку за маму, ложку за папу, ложку за Полину. Ням-ням-ням. Вкусная каша, Полин? Маше нравится? Видишь, как она кушает? Она любит кашу. Все, она покушала. Она покушала, ну все. Давай, убираем нашу кашу. И убираем ложку. Ой, она захотела какать. Да, ну давай посадим ее. Сади. Правда, она не какает, только по-маленькому ходит. Сади ее. Вот. Нажимай на пупок. Держи. Поверни. Ну, а по-моему, она уже сходила. Ой, сходила, смотри. Смотри в горшочке. Мало уже. Мало. Но она же не может так часто ходить. Вот. Наевшаяся. Такая вот. Давай ее попоем. Вот ее попоить. Попоим. После кашки надо попоить. Молодежки. Полина водичка ее поет. Давай. Так она пьет, да? Попоили мы ее, накормили. Да, в туалет а она у нас ходила. Спать. Да, поспала, поиграли. Классно мы поиграли в куклу. А теперь она ходит спать. Держи, теперь. Мы ее сейчас можем спать тоже положить. Сосочку ей делать. В следующий раз мы купим ванну и будем купать нашего Бубибона. Да? Давай пока. Все, всем говорим пока? Да. Всем пока-пока. Пишите по ней не канал и ставьте лайки. Пока-пока. Мам, Настя не съелась ничего. Ну, она это на вечер ей оставим. Нет. Она еще ничего не скушала.